Привет! Хочу рассказать тебе о сервере Happy Base Wars. Здесь есть все, что ты любишь на Dark RP. Рейды, майнинг, постройка баз, формирование организаций, захват территорий и многое другое. Но без занудных правил РП-составляющей и множеством новых механик, которые не заставят тебя скучать. Выбери один из множества уникальных классов для игры. Найди команду и покорай просторы Happy Wars. А также для новых игроков мы дарим промокод на 1000 рублей. Все ссылки и IP в описании. Всем привет и вскоре до свидания, солнышки. Ну чё, вы не устали от Гаррисмуда ещё? А я вот немножечко да. В честь такого события я дропну пару роликов по другим играм. Придётся потерпеть, прежде чем увидеть любимый Dark RP на банклаве. Не спрашивайте, зачем я это выложил, просто нутро подсказывает, что этот ролик должен быть на канале. Да простят меня после этого видео все подписчики, которые любят аниме. А теперь погнали. Это не смешная нарезка аниме-девочек в Роблоксе. Плейс называется Анифобия. Это выживание. Теперь давайте выживать. Хе-хе, аниме не жить, пока я на сервере. Уйди от меня! Фух, ё-моё. В этом городе не будет больше никакого аниме. Братан, ты не туда воюешь. Да тут не людей надо бить, тут надо бить анимешников. Ой, а у меня же, наверное, аудитория, которая аниме и смотрит. Узаки-чан какой-то, получай. Нормально, я выжил. Так, я уже завалил 9 анимешников, ребята. Так, а мне нужно так выживать, пока я просто не умру, или, может быть, есть вариант вернуться? Вот, можно заполнить боеприпасы. О, нормально. Не трожь его, я тебя пристрелю! Братан, я тебя не спас! Иди сюда. Это какая-то мощная была. Лежать плюс сосать. Я не буду смотреть тайные желания отвергнутых. Лежать. Я обязательно выживу. Макима, иди нахуй! Бегу, 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 бегу! А я могу какой-нибудь оружие? Ой-ой-ой. Заряжай! А-а-а! Я не умру в аниме-мире! Я добежал, ребята, я выжил. Все нормально. Сейчас попьем немножечко. Черноголовку возьму. Пьем, пьем, пьем. Хе-хе, куда ты? На тебе, бля. Я захилиться не успеваю, ребята, в этом проблемка есть. Когда хпшечка сама регенится, но все же этого недостаточно. Да иди ж ты в баню. Сейлор Мун, серьезно? Нет, попука какая-то. Братва, оставьте мне заправку уже. Дайте мне попить, блядь. Вот не думал, что найду рай на земле, а Roblox мне помог с этим. Спасибо. Тут вообще лучше хлебалом не щелкать, да, друзья? Вот, может к тебе такой подобраться один анимечник. Тут, видимо, молятся, да, перед просмотром. Ладно, пойдем до босса попробуем дойти. Может, его не успеют убить. На моем счету уже 45 фанатов аниме. А, это машина, это и есть босс. Ладненько. А что тут менты делают? Менты анимешников защищают? Брат, нет! Брат, нет, нет! Сука, я отомщу всем анимешникам! Походу, анимешник не сегодня поборю, но можно же сюда уехать, правильно? Ёбаные анимешники! Я тебя задавлю, сука! Давай, иди сюда! Ой-ой-ой. Стоп, стоп, стоп.
я тебя увезу от них! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как она... А как тогда от этой атаки уворачиваться? Я немножечко не понимаю, ребята. Махлянде. D500. Нормально. Мне это уже нравится. Махляндия 500. Вот это, конечно, оружие настоящих мужчин. Все с ума сошли в этом городе или же пригороде. Чё-то забегалось, да? Но 100 хпшного я с выстрела выношу. Махляндия помогает. Давайте еще посмотрим, что она может сделать. А Model 29. Давайте глянем, на что она способна. Карту бы еще неплохо бы знать, а то тут просто непонятно, куда я бегу. Просто знаю церковь и церковь. Давай, иди сюда. Проржалась, да, напоследок? Минус башка. Не буду смотреть ваши тайтлы, ребят, не просить. Братва, я вас прикрою, не ссыте, у меня есть Model 29. И Махляндия, сука, иди сюда! С одного выстрела не умерла, это вообще как? Ладно, давай, иди-ка сюда. Братва, холодное оружие не канает против револьвера. Мне очень нужна кувалда, я хочу докачаться до кувалды. Ах ты... Сука, сзади подкралась. Ну хотя бы по-честному подралась. Привет. Это какая-то неразговорчивая. А ты чё? Домой. Я иду к своей машинке. Заряжаемся по полной, ребята. Все стволы держим наготове. На! Запрыгивай, браток! Давай сюда иди! А тут, видимо, блокпост какой-то из Амяме. Едем дальше! Чё стал? Ребята, я упал с моста. Я еле выжил. Не смотрите на ХП, просто поверьте. Привет. Я понял по дебильному пению, что тут что-то не ладно. Идет оттуда, да, с леса, справа, свети туда. Свети туда просто, свети вправо, свети вправо, свети вправо. Вот, я вижу ее. Все, умерла, умерла, все нормально. Я забрал ее сюда. Давай посмотрим. Посмотрим, как ты разлетишься на куски, сука, ненормальная. А-а-а! Они сильные какие-то. Ёбан-бобан. Что-то я завтыкал, ну ничего, ничего. Они взяли нас кольцо, брат, надо отбиваться. Братан, я тебе не дам умереть. Нахуй тебя. И тебя тоже, блядь. Опа, М9 возьму. А ну-ка, давайте попробуем его. У него еще и патронов много. Макима, иди нахуй. Братва, я знаю, что делать. На. На. Ему еще пришли какие-то челики на помощь. Ёбан, ёбан. А я-то что вам сделал? Я всего лишь вас клюшкой ёбнул. 800 хп, вы что, на приколе, ёбан, бобан. Фух, не туда хотя бы прыгнул. Поехал башкой, бля. Что, братан, сегодня сиськи не дали потрогать или что? Че такой злой? Ой-ой-ой. Опа. Купил ядерку, чекаво. Ну, в общем, мы как-то так повоевали с аниме. Но все-таки судьба меня настигла не в виде смерти от анимешников, а в виде взрыва ядерной бомбы.